Всем приветик! Сегодня у нас 8 декабря. На улице у нас холодно стало, минус 18. Расчистили сегодня каток. Вот уже сколько снега вытащили оттуда. Выгребли. Мы съездили, заплатили за потолок. Мастерушками занимаемся. Потолок я вам вчера показала, как у нас. Вот глянцевый у нас. Глянцевый. Правильно, глянцевый, который блестит. Ну. Без света. Не хотела показать без света, но темно. Ничего не увидишь. Там у нас вентилятор будет. Вот хотели сегодня мы в Самару уехать. Посмотреть там ванну, новый унитаз. И раковину вот сюда. Раковину с полочкой. Но сегодня мы не поехали что-то. Будем ждать пенсию. Будем ждать пенсию. Ну, уже как-то по-другому сразу ванна смотрится, мне нравится. Хорошо потолок сделали. Расскажу вам о покупочках. Зашли мы в Пятерку. Посмотрела там в гостях у Елены. Она в Пятерочке там по акции. Набрала всяких интересных вещей. Подумала, что и у нас мы можем их купить. Но не тут-то было. Вот. Про спиртное хочу сказать. Тоже красное сухое. Итальянское. Дно. Посмотрите, вот такое дно у бутылки. Я думаю, что не должно быть подделкой. Так. Саш, ты вино ведь пробивал совсем по другой квитанции. Сколько оно стоит? Ты мне с 1000 дал сколько? 150 рублей? Ну, по-моему, где-то... 700 с чем-то, да. Ну, ладно, не будем искать. Где-то около 800 рублей вот эта бутылка стоит. Вот это я в Пятерочке купила. И главное, интересная бутылка. Обратите внимание. Она вот с такими этими... Я туда бросил тебе в пакет. Резцами, вот. Я посмотрю. Вот она... вот проходит вот полоска по всей бутылке. И внизу вот на бутылочке выбито. Все, я думаю, это вот защита, наверное, все-таки, да? От подделок. Вот здесь вот капельки выбиты на бутылке. Вот. И с этой стороны тоже вот она идет. Вот так вот по всей бутылке. Я не знаю, что это. Брак или такая. Но если это так, то должна быть этикетка посередине. А, она вот, тройная бутылка. Это, наверное, защита все-таки. Так, ну много времени я уделила этой бутылке. Не знаю, он мне говорит, чек отдал. Чека не вижу. Может, я его уже и выбросила, Саш, не знаю. Так, купила рис Кубань. Может, я вот так вот получше вот так возьму. Мы очень много набрали вот этих вот консерв всяких вот детских. Тут и по акции, и без акции. Это вот Димасик, вот эти вот отворожки маленькому псу, у которого там пищеварение нарушилось. Сейчас ему уколы делают в ножку. Купили в питомнике, называется. Сказали, якобы кормили его неправильно. Но он начал какать с кровью. И вот ему сейчас делают уколы. Уже 3 укола сделали в ножку. Так, помидорка стоит 41,15. Вот такие вот штучки удобные. На один раз. Прелесть. Да. Так, простоквашино. Сырки. Ваниль 21,45. Так, вот я по акции купила Ариэль. Гель. 229 рублей. Вот, за 15 штучек. Вообще так-то это дорого стоит, но, в общем, по акции 229 рублей. 15 капсул. Так. Хлебцы взяла. 41,90 попробовать. Ни разу такие не брали мы. Лимон, имбирь. Попробуем.
Бумагу взяли по акции 74,90. Четырехслойная даже. Посмотрите, 4 слоя. Я считаю, это недорого по акции. Туалетная бумага лавандовая. 74,90. Так что про что не сказал. Мюсли. Мюсли это я купила маме. Она полюбила их. Я один раз ей покупала. Она говорит, покупай мне, мне нравится. Так, мюсли 66,95. Вот. Колбаска любительская и колбаска козелки ливерные. Только сегодня привезли. Это я купила на рынке. Отдала за это 250 рублей вместе. Потом маленькому псу купили за 170 рублей вот такую вот миску на резинке. Потому что я вчера заметила, они такую мисочку ему положили. И вот он кушает, и она миска это у него ездит, ездит. Он с этой миской, короче, по всему ламинату, короче, наяривает, чтобы что-то съесть там. 170 рублей купила это отдельно в собачьем кошачьем магазине. Хурму купили замороженную. Но что-то муж говорит дорого больно на рынке. 120 рублей килограмм у нас. Это в магазине по 80 покупал. Да, в магазине по 80 покупал. Купили вот такую большую треску. Сейчас она размораживается вот здесь. Так, эта треска у меня вышла почти на 500 рублей. Там спор у нас вышел. Женщина одна говорит, я не беру треску, она сухая рыба. Я говорю, батюшки, что-то я не заметила, чтобы она сухая. Я говорю, сейчас дорогая, может быть, она стала, но никак не сухая. Дороговато. И то в этот раз я вот ее большую купила. В прошлый раз я дороже заплатила за нее, 700 рублей с чем-то. А вот даже вам сказать не могу, сколько стоит килограмм. А со знакомыми так всегда. Там работает знакомый, пока я с ней лясим-трясим. И все, и купила. Взвесили, мне отдали, сказали, сколько нужно денег, отдала, сдачу получила и ушла. И даже не посмотрела, сколько стоит килограмм. Вот такая вот. Так, что еще купили? Про что еще сказать? Вроде бы не про что. Сегодня у нас выходной, сегодня дочка не работает. Вчера мы учили стихотворение опять. Я там была на собрание родительское ходила. В общем, вчера при исполнении была. А сегодня вот мы только вышли. Сейчас я вам при дневном свете покажу, как я обустроила себе новогоднее настроение. Подготавливаю. Сидит у меня вот символ года. Видите, как? Домик вчера у дочери купила. Опа. Этот домик она мне дарила, этот я купила у нее. И елочку купила. Елочка на батарейках. Эта гирлянда работает от сети. Там пока сейчас у меня лежит вот такой вот это как он, переходник. Потом что-нибудь поскромнее куплю там на две вилочки. Или найду, наверное, дома где-то есть. Вот очень красиво вот эти вот горошки на подоконнике лежат и светятся. Пока вот так.